мы над биологического кружка и почти все свободное время проводим на биостанции, и поэтому нам очень хочется, чтобы оно было чистым и аккуратным. Вы видите мусор, кострище и все остальные следы от туристов. И просто хочется взять и оградить вход от людей, чтобы там было чисто и аккуратно. Мы так сроднились с этим местом, что не хочется терять его только из-за отдыхающих. Мы очень хотим, чтобы люди наконец поняли, насколько это уникально, и соблюдали хоть какие-то правила. Ведь к этому месту надо относиться с уважением.